Во дворе жилого дома в Бельцах нашли труп мужчины с огнестрельным ранением. Погибшему было 53 года. Рядом с телом нашли орудие преступления – охотничье ружье. А в самом доме – вероятного убийцу. Он покончил с собой. Преступление совершил 44-летний мужчина. Его машину обнаружили неподалеку, а самого его нашли повешенным в подвале многоквартирного дома, в котором он жил и где совершил убийство. Мотивом преступления послужила ревность, полагают в полиции. Супруга стрелявшего была с жертвой в момент преступления. Она ранена в руку и доставлена в больницу для оказания медицинской помощи. Узнать, в каком состоянии находится женщина, не удалось. В Бельской больнице на звонки не ответили. Тем временем соседи пытаются уложить в голове случившееся. Они всегда приезжали, машину здесь оставляли, они с семьей выходили, постоянно вечером поднимались. Слышали, когда были выстрелы? Я побежала за собакой, потому что собака первая его стеганула. Я выгуливала здесь собаку. Фамилия Тенарыши. Журный патруль, заячий укрепит. Семья молодая, им примерно по 40 лет. Вроде не конфликтовали. Это такой шок, столько вопросов. У них еще сын есть лет 15 и 16. Оба мужчины были предпринимателями. Один владел торговым центром, другой – транспортной компанией.